Прежде чем вы скачаете с сайта, пожалуйста, убедитесь, что вы зашли в Windows, Windows защита или безопасность Windows. Зайдете во вторую вкладочку вирусы и так далее. И тут будет такая вот штучка. Надо будет зайти в настройки и выключить защиту в реальном времени. Вот так вот. У вас всплывет сейчас такое окошечко. Его просто закрываем. Тут закрываем и скачиваем с сайта. Сегодня будем играться с такой вот программкой Unlocker. Она позволяет открыть все, что имеется в игре Mortal Kombat 11. Бруталки, фаталки, скины и так далее. Она русской версии. Для того, чтобы нам скачать Unlocker, надо будет скачать без регистрации в этих двух вкладках. Как пройдет загрузка, надо будет нажать «Скачать сайт». Сперва на одну ссылку подождать, потом на вторую. Окей? Как все скачалось, можно в Google Chrome, например, нажать сюда и показать в папке. Тогда вы видите, где у вас находятся вообще эти файлы. Следующее, что мы делаем, мы находим вот эту папочку. Рядом с ней мы создаем тоже одну новую папку, называем ее Unlocker. Вот так. Переходим в архив. Все вот это закрываем. Вот эти файлы лучше всего сделать поменьше тут окошечко. И просто перетаскиваем вот сюда. Открываем и видим, что тут вот эти файлы имеются. Если у вас что-то не работает, то переходим сюда, устанавливаем вот этот файл. У меня уже установлен, так что там ничего такого сложного нету. Следующее, нам надо зайти в Steam. Вот я уже зашел. Нажимаем на свойства. Нам надо корневую папку найти Mortal Kombat. Для этого нажимаем локальные файлы, обзор. Надо зайти в папку Binaries, Retail. Вот тут все наши файлы Mortal Kombat получается. И надо с папки Unlocker сперва открыть вот эту папку, вот так скопировать или просто перетащить сюда. Но я этого не делать не буду, потому что уже сделал. Это вот первую, потом открываем вторую папочку. И то же самое. Вот так берем и также перетаскиваем сюда, да? Вот, если это все сделали, все прошло успешно, заходим в Unlocker. У меня сейчас все сработало, все на русском, до этого все было на английском. И надо еще убедиться, чтобы игра, то есть у меня стояла на английском, чтобы была на русском лучше всего. Вот, теперь тут написано, укажите корневую папку игры. Мы нажимаем на поиск, выбираем просто здесь тупо Mortal Kombat 11. Цак, нажимаем выбрать эту папку. Язык ставим русский, загрузить все. Тут вот написано, все уже сгенерировано, все супер. Запускаем МК-11. Тут надо просто убедиться, что игра запущена. И вот здесь в вашем профиле вот отображаются все значки, да? То есть она должна прогрузиться. Но возьмем просто, зайдем в персонажей, выберем кого-нибудь. Давайте возьмем Скарлетт. У меня, по-моему, там 39-72, да? Видно вот, что у меня 39 только открыто. 72 это полностью, да? Вот. Вот этих скинов у меня нету. Все. Все посмотрели, да? Просто выйти опять в меню и свернуть игру, короче. То есть выйти на рабочий стол, да? Вот он, авторежим. Так оно будет иногда так пищать. И получить профиль. Здесь пошла опять. Вот, информация получена, да? То есть он уже знает, что это мой профиль и так далее. Тик, теперь, по-моему, надо сделать синхронизировать. Да, вот получение инвентаря и мой ник, да? Вот опять инвентарь синхронизирован. Заходим в папку Equipment. То есть все, что там в игре есть, что относится именно к нашим персонажам, да. И у нас была Scarlet. Вот Scarlet. И тут, конечно, понятно, бафы всякие и так далее. Там все мне типа не надо. Но можно, например, взять вот скин. И вон, смотри, сколько у меня не разблокировано, да. Много кто берет вот так, типа их, да. Я просто нажимаю Ctrl-A, сразу все выделил. Нажимать надо на вот эту прям стрелочку сюда и делаем разблокировать. Тут опять пошла полоса. Так, написано готово, получение инвентаря. Окей, надеюсь, все сейчас пройдет классно. Да, вот все синхронизировано. Опять заходим в игру, тут уже война идет. Обычно говорят, надо выйти из игры. Нет, ничего не открылось, значит надо все-таки правда выходить из игры. И ее запускать сейчас еще раз. Так, как же мы ее запустим? Я ее запускал просто заходя в эту вкладку и нажимал просто запустить МК. Вот. Сейчас опять это
вылетит эта штукенца. Консоль. Так, сейчас просто зайдем быстро в настройку персонажей. Вот. Сейчас должно все загрузиться. Вот мы это видим здесь, да? Сейчас уровень 1. Сейчас должен быть уровень 80, по-моему, у меня. Да, вот уровень 80. Заходим в настройки. Персонажи. Ищем Скарлетт. Так, внешний вид. И смотри, было 72 вообще-то. Сейчас уже 88 как-то стало. Не знаю. Мы хотели вот этот скин. Вот он есть. И открыли еще какие-то крутые. Вот. Во-о. Такие классные скины. Мне это очень нравится, кстати. Вот. Все открыли. Все какие есть. Ну, прикольно, короче. Вот. И что теперь надо делать? Ну, скажем, мы вот Скарлетт взяли, да? У нас есть вот все облики. А, ну, например, добивание, там, фаталити, бруталити у нас нету, да, тоже опять. Добивание 16 из 25. Что мы делаем? Эквипмент. И вот бруталки. У меня 3 тут. Выделяю. Перетаскиваю сюда вот так. Делаю разблокировать. Все, написано, все готово. У меня, короче, была проблема в том, что у меня игра на английском стояла. И язык, короче, когда меняешь на русский, то происходит error. И мне пришлось поменять игру на русский язык. Steam тоже у меня на русский я переставил. И потом во вкладочке «Профиль пользователя» я тоже поставил язык русский. А то вообще происходит какая-то путаница. Да, вот синхронизируем. Надо все-таки по ходу выходить из игры. Ну, можно сделать так, можно все просто разблокировать, да, то есть я так делаю. Я просто захожу сюда, все, что мне надо, разблокировал. Или всех персонажей. Все разблокировал, синхронизировал, вышел из игры, зашел опять в игру и все, готово. Все, что вы открыли в анлокере, вам уже больше не понадобится и вы хотите от него избавиться, то я вам рекомендую зайти также в этот Binaries Retail, найти те три файла, которые были в анлокере, я их уже удалил, вы их удаляете и после этого я вам рекомендую зайти вот в локальные файлы и сделать, проверить целостность игровых файлов. Это займет какое-то время, и потом у вас, получается, не будет никаких проблем. Если возникают какие-то эрроры, какие-то ошибки, то после проверки их уже не будет, и вы сможете нормально играть уже на всех персонажах. Если вам это помогло, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, очень важно. С вами был Redus, до новых встреч и пока!